Ну, мы уже с вами поговорили про то, что, к сожалению, вот эта оппозиция недостойна, ну, более теплых чувств, чем те черносотенцы, которые сегодня руководят реальной идеологией, либо, по крайней мере, ее осуществляют. Они два утюга пара, поверьте, да? И среди них бессмысленно искать кого-то, кто лучше или кто хуже. Они одинаковые. Но вообще, конечно, да, конечно, если человек не собирается лично заниматься какими-то переворотами, да, то пусть лучше он найдет для себя какую-нибудь нишу поспокойнее и смотрит на это издалека.